Друзья, всем привет! В одном из своих роликов я уже делал топ-10 самых знаменитых тиктокеров. Но время идет и все меняется. И после выхода моего прошлого ролика много что изменилось. Друзья, сегодня я вам расскажу о 10 самых популярных тиктокерах. Мы пройдемся от меньшего количества подписчиков к большему. И также в этом видео я назову, сколько на данный момент лайков на странице у каждого из этих тиктокеров. И также, друзья, не забывайте, пожалуйста, оценить это видео лайком и подписаться на мой канал. И 10 место у нас занимает Егор Шип. На данный момент у него на канале 6 миллионов подписчиков и 175,7 миллионов лайков. На ТикТоке у Егора Шипа ролики в среднем набирают 1 миллион просмотров. На 9 месте Анастасия Есеева. У нее на данный момент 6,1 миллионов подписчиков и 167,3 миллиона лайков, что на несколько миллионов меньше, чем у Егора Шипа. В среднем ролики Насти набирают 1,5 миллиона просмотров. На 8 месте у нас Артур Бабич. У него 6,2 миллиона подписчиков и аж целых 314,8 миллионов лайков. В среднем ролики Артура набирают 1,5 миллиона просмотров. И на 7 месте у нас Давид Манукян. У него 6,7 миллионов подписчиков и 129,3 миллиона лайков. В среднем ролики Давида набирают 1 миллион просмотров. И на 6 месте у нас Егор Крид. На данный момент у него 6,9 миллионов подписчиков и всего 74,2 миллиона лайков. В среднем ролики Егора набирают 1 миллион просмотров. И на 5 месте у нас Аня Покров. У нее 6,9 миллионов подписчиков и 381,3 миллиона лайков. В среднем ролики Ани набирают 1 миллион просмотров. И на 4 месте у нас Даня Милохин. У него 8,2 миллиона подписчиков и аж целых 407 миллионов лайков. В среднем ролики Дани набирают 1,5-2 миллиона просмотров. На 3 месте у нас Валя Карнавал. У нее 8,8 миллионов подписчиков и 366,3 миллиона лайков. В среднем ролики Вали набирают от 2 до 3 миллионов просмотров. На 2 месте у нас Карина Кросс. У нее 9,1 миллион подписчиков и 283,3 миллиона лайков. В среднем видео Карины набирают от 2 до 3 миллионов просмотров. И на 1 месте у нас Дина Саева. У нее больше всего подписчиков. 16,1 миллион подписчиков и аж целых 545,5 миллионов лайков. Лайков у Дины Саевой также больше, чем у всех остальных тиктокеров. В среднем ролики Дины набирают от 2 до 3 миллионов просмотров. Друзья, если вам понравился мой топ, то пожалуйста, оцените это видео лайком и не забывайте подписаться на канал. Также оставляйте свои комментарии, кто ваш любимый тиктокер. И может кто-то был лишний в этом списке, а может кого-то я не упомянул. А на этом все, спасибо за просмотр, всем пока!